Всем привет, мои хорошие! Это канал GG Family, и с вами Катя, и мы продолжаем нашу шапочку. Начала я отсюда, с последней контрольной точки. Мне пришлось перезагрузить игру, потому что она забаговалась у меня. А, и это вообще просто ужас какой-то был. Ну. Вроде как это уже финал игры, то есть финальный босс. Но это не точно. Так, все это мы уже видели. Все мы видели, все мы знаем. В принципе, тактику мы его поняли и разработали свою. Просто, опа, уворачиваться постоянно от него. Вот так, перекатами. Это уже, знаете, такой Dark Souls. То, что в Dark Souls же в основном, чтобы победить босса, надо перекатываться. Без переката ты ничего не сделаешь. Забывалась она у меня тем, что у меня вот рука, короче, вот эта темная, она торчала и не исчезала. И до определенной хп, да отойди. У него до определенной хп доходит, и все. И то есть ничего больше не делает. Опять бабулю схватили наши. Вот этого не было. Потому что все-таки, да, она у меня забаговалась. Он, блин, и то делает. Не жирно ли тебе будет? Иди сюда. Ага, короче, как темные, мы убегаем отсюда. Ой! То, что это нас руки хватают. Все. У меня вот не было этой стадии у него. Ой, блин! Ой-ой-ой! Как я подставилась! Как я подставилась! Вообще сама виновата. Чё я скакала-то перед ним? Ведь же все, стадия эта у него пошла, значит, надо отходить. Ну, давай. Бабуль, разбирайся, а я пока сейчас насобираю тут все. Да отстань ты от старой женщины, что до нее докопался. Ну, давай. Выходи. Выходи, подлый трус. Ой. Я, блин, не успеваю. И посмотри, сколько у него хп и отнимается. И вот эти вот все его удары предугадывать я не могу. Иди сюда, там вода, то она в воду падает и умирает. Ух ты, ёлки. Ой, блин, ну почему? Походу мы будем опять с ним мучиться, блин. Столько же, сколько и в той серии. Псы вот эти вот сраные вообще нахер мне тут не нужны. На них только хп зря тратишь. Да иди отсюда. Во. И хп, и ману. Так, бабулю нашу схватили. Я не понимаю, сколько хп я у него отнимаю. Я не понимаю, куда вот эти вот скользят. Они как-то странно. Ой-ой-ой, вот это сейчас было очень опасно, очень опасно. Ну мы и так стараемся по возможности много хп снять с него, но не получается. Опа, он сейчас, все, сейчас будут волки. Фух. Такой жесткий босс, что у меня уже начинают руки, блин, потеть. Джойстик выскальзывать. Нервничаю. Хочу уже победить его скорее, потому что мы столько мучимся. Вот для чего эта рука? Я так и не поняла. То есть для чего его ее? Так, все, теперь подставляемся. Ух ты, руки.
Главное не подставляться. Ой-ой-ой, тихо. Опять у нас руки. Вот так вот мы, блин, бегаем туда-сюда. Возле бабули хороводы водим тут. Так, вот. А я его била, и хп не убавлялся, и он вообще не исчезал. То есть, только и бегал там. Все, собираем быстро. Да отстань ты от женщины, что я тебе говорю. Так, вот у нас бабуля легла. Легла бабуля, и пришел пизнец. Ох ты, ёлки! Это что такое? Ты что, прикалываешься, что ли? Охренеть! Мне мало того, что с ним надо драться. Мне еще типа, что, и с волками эти? А с них хп ничего не выпадает? А, блин, выпадает. Ёлки-матрёшки, так что такое вообще происходит? По сути-то у него хп-то не так много, но если он будет дальше призывать волков, я не знаю, что мы будем делать. А, все. Самое главное, нужный момент. Нет, блин! Не надо было в ее и просто так его бить, блин. Видели, блин, крохотулечка осталась. Ну все, мы главное поняли тактику его. Тактика у него, в принципе, самая, как и у нас, потому что мы на равных, нормально. Прости, бабуля, я не знаю уже, который раз ты попадаешься во все эти ловушки. Давай. Самое главное вот от этих штук уворачиваться. Ах, кольнул, успел. Тебе никто не говорит, что женщин бить нельзя, тем более пожилых. Да, тут перекаты, они очень нужны. То есть без перекатов тут вообще делать нечего. А постоянно от него прыгать тоже как бы не камильфо. Ты еще в волки бы не мешались, вот вы вообще шикардосно. Да я поняла тебя. Все. Бабуль, ну блин, 50 раз одно и то же говоришь. Ой-ой-ой, руки. Руки убрал от меня. Так, он эти штуки вызывает. А, ты чё бабку-то колешь? Тихо. Не попадаемся. Спидраним, бегаем, не знаю. Опа. Это вот они, он луч этот бьет. Так, все. Сейчас еще маны поднасобираем. Чтобы нам сейчас драться-то. Короче, надо рукой в этой, а потом не выеживаться. И можно так, если что, побить. Опа. А тут волк умер, нет? Или тут... Ай, нет! Нет, блин! Быстрее, пожалуйста, уходи! Блинский, все. Она затупила. Нет. Она не затупила, слава тебе, господи. Ай! Вот видите, не успела убежать от руки, все, она хватанула, и она начинает затупливать. Короче.
Да ты что, мать-то, делаешь? Ты что творишь-то? Не подставляй меня так. Да как это? Чуть-чуть! Тычка, тычка! Есть! Ух! Что, больно? Козёл, блин. Пожинай, что посеял, волчик. Хотела бы я сказать Маквита, но это не так. Я сирота, и ею останусь. Твоя кровь не вернет мне тех, кого ты у меня отнял. Но хоть душа моя успокоится. Прощай, волчик. Отруби им голову. Бабушка, у меня получилось, у нас получилось. Все кончено, все хорошо. Я вернулась домой, а волчик наконец-то сдох. Собаке собачья смерть. Ой, бабушка, ты ранена. Я отнесу тебя в постель. Наконец-то мы его победили, блин. Дитя мое, перед смертью я должна тебе кое-что рассказать. Ты не умрешь. Не говори так. Пожалуйста, выслушай. Это еще не все. Это не просто бой между волчиком и нашей семьей. Жителям Ульдрика нужна ты. Восстанови справедливость. И освободи их. Стоп, я должна весь город спасти? Город, которым мне и домом-то не был? Вспомни штуку с руками. Только ты можешь это сделать. Я что, какая-то избранная? Я этого не выбирала. Если бы собственная воля была сильнее судьбы, твой отец... Да, поговорим об отце. И об армии зла, которую он сотворил. Не думай о нем плохо. От этого зависела твоя жизнь. Волчик заставил его подписать договор, который он не мог нарушить. Так ты не лгала. Только чтобы тебя защитить. Эй, не плачь. Утром поговорим. Тебе нужно поспать. Пожалуйста, милая Ред, не забывай. Ты нужна Ульрике. Девочки, спаси девочек. И останови машины. Я создала чудовище. Ах, будь проклято мое заклинание. Прости меня, дитя, я хотела как лучше. Бабушка, ты бредишь, я не... Что это за шум? Нет! Что нет? Продолжение следует? Продолжение следует, а где продолжение игры-то? То есть на этом все закончилось, да? Очень интересно. Очень интересно. Не, игрушка очень прикольная. Она, в принципе, и не длинная. Очень интересный сюжет, интересный. Да, и боссы дают прям... Побомбить тут, поджигает пукан только так. Прикольный платформер. Очень красивая графика, все красиво прорисовано. Я не помню, она вроде 15-го года, эта игра. Может быть, будет продолжение, потому что я слышала, что вроде как другая студия купила эту игру, то есть права на эту игру, и поговорю, что, скорее всего, будет вторая часть. Надеемся, будем ждать и верить, что будет продолжение, раз пообещали-то нам. Ну, обещанного 3 года ждут, так что подождем еще годик, может быть, выпустят. Ладно, ребятки, вот такая вот игра. Прикольная. Сюжет не сильно такой замысловатый, не сильно нагружает голову. Ну, побомбить тут можно, да. Особенно с этим волком проклятущим, блин. Так что, ребятки, всем спасибо большое за просмотр. Не забываем подписываться, ставить лайки, обязательно комментируем. А
Также не забываем нажимать колокольчик, чтобы быть в курсе всех наших новых видео и стримов. Так что всем спасибо, ребят, всех люблю. Пока-пока.